It is strikingly beautiful. One of the most remote corners of the planet, and a haven for wildlife. Russia's Far East region makes up a third of its territory, and 10% of the world's forests. It's a priceless resource, crucial for the climate and for the local economy and livelihood of those who live here. And it's under threat from forestry mismanagement and illegal logging on a massive scale. Vitaly escaped city life 20 years ago to become a beekeeper here. You don't have to travel far to see the result. The consequences can be catastrophic. The lack of trees contributes to widespread flooding in coastal areas especially. Sites like these are at the heart of the criminal logging trade. According to WWF, in some species, up to 3/4 of the trade is illegal. Самые лучшие деревья вырублены. Это в основном дуб. Ни о каком развитии лесопользования по этим породам, по крайней мере, развития промышленности говорить не приходится, потому что в течение последних полутора десятков лет мы видим только истощение сырьевой базы с целью вывоза ресурса. Конечно, прекращать, потому что мы вообще можем остаться без продуктивных мест обитания тигра. Уже что говорить о ресурсной базе и потенциале для предприятий, которые пытаются и хотят легально работать. Meeting in the regional capital, Vladivostok, the EBRD and FAO developed an investment roadmap to address sustainable forest management. It was drawn up with local and international experts, academics, NGOs and the government. The emphasis is on a stable legal environment, investing in people and better knowledge and use of forest resources. Developing social infrastructure, such as road building, can benefit industry and local people alike. Here, the Terny Les plant shows how to make use of wood residues, heating the enterprise and nearby homes. Such opportunities are countless. Видя вот этот огромный потенциал, да, лесных ресурсов, расположение стратегического региона по отношению к странам Азиатско-Тихоокеанского рынка, мы, конечно, и видим этот большой потенциал, да, развития лесной промышленности Дальнего Востока. И то, что в прошлом году банком была одобрена новая стратегия в России на 3 года, которая имеет одним из приоритетов фокус на региональное развитие, это, конечно, тоже подчеркивает важность вот этого проекта, исследования для нашего банка. FAO is ready to provide Russia with the necessary technical expertise to develop and implement effective forestry policies. The investment roadmap also highlights the importance of education. Forests need foresters, after all. Чтобы учить человека математики, достаточно там ручки, бумажки. Сама по себе вот эта процедура получения участка нам далась очень нелегко. Целых 3 года нам приходилось убеждать руководство, администрацию края в том, что это нужно не только нам. У нас не шкурный интерес, это интерес вообще государственный. Надо переходить на другие методы лесоуправления, поскольку в противном случае мы можем попасть в ситуацию, когда этого ресурса просто не станет. Ну, по крайней мере, в промышленных объемах. Мы его просто потеряем. Допускать этого, конечно же, нельзя. Мы должны его сохранить. А сохранить можно, и мировая практика это показывает, переходом на принципы устойчивого лесоуправления. It'll be a long journey, but the direction is now clear.